это всегда очень темное место. Но ему нельзя давать полный контроль над своим существованием. Он скорее должен прикрывать тебя, но не быть у руля. Бывает о том, что во всем должен быть баланс. Что бы ты ни делал, как бы ты ни думал, не бывает только черного и только белого. Без одного не бывает другого. Как без смерти не бывает жизни, так и жизни без смерти. И ни одно не конечно. В конце концов, ты должен помнить о том, что ты никогда не одинок и не будешь одинок. В конце дня у тебя всегда есть ты сам. Это самая лучшая твоя компания, которая у тебя может быть. Главное — найти с собой общий язык и не предавать себя.